Здравствуйте, дорогие зрители! Полтора месяца назад на этом месте я садил портулак. Уже первый срез я сделал недавно. Вот несколько штук оставил на семена. Теперь остается за ним ухаживать. Ну и главное, чтобы бороться тлей. Уже тля завелась, надо будет средство взять, купить и бороться, потравить тлю. Еще полмесяца роста и портулак наш, смотрите, значительно вырос. Цветы появились немало. Цветочки такие красивенькие. С утра раскрываются, а к обеду уже закрываются. До следующей сутки опять. Это через сутки опять раскрываются. То есть семена у нас будут, я надеюсь. А вот это рядом, что срезаю, напишу. Ну, продолжаю также, таким же духом. Продолжаю резать. Ну и смотрите, после этого еще два среза делал. Еще 20 дней ожидания. И семена портулака у нас уже готовы. То есть не все готовы, они разной степени готовности. То есть поэтому сорвать их большими гроздями не получится. Приходится приспосабливаться. Сейчас я вам покажу, как это делаю я. Так, приходится вот отрывать верхушки, смотрите. И колотить посудочку. Таким образом. Ну, а которые не созревшие, останутся. И в дальнейшем позже буду подходить, опять же, таким образом собирать семена. Так, еще немножечко. Для начала, то есть нагибать на какую-нибудь посуду, постучать, и они у нас уже, считайте, что на руках. Ну, остальные, те, которые уже не дозрели, со временем, когда созревать будут, буду подходить время от времени по мере созревания и буду собирать, и будет у нас семена портулака. А вот это уже то, что оставил, напишу. Ну, опять же, очередной срез надо будет делать. Ну, я думаю, что до осени еще несколько раз можно будет. А это у нас амарант. Об этом есть у меня видео отдельное. Если интересно, можете открыть на моем канале, посмотреть. Вчера буквально очередной срез сделал. И оставил я таким же образом на семена. Вот такие большие кусты получились. Но пока еще не цветут. А когда уже будет результат, я обязательно сниму отдельное видео и поделюсь с вами. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. До следующих видео.